Здравствуйте, уважаемые друзья! Рад всех вас приветствовать! Сегодня особенный день в новой истории России. 8 лет назад крымчане в ходе референдума восстановили историческую справедливость. Крым – неотъемлемая часть нашей страны. Крым – это земля, которую воспевали наши поэты, наши писатели, художники. Крым – это земля, которую защищали русские и советские воины. Воссоединение Крыма с Россией запустила глобальные процессы. Запад, США больше не скрывают своих истинных намерений. Агрессивное противостояние нашей стране идет открыто. Маски сорваны. Идет оголтелая атака на нашу страну. Спорт, поэзия, наука, все, что раньше объединяло людей всего мира, сейчас Запад пытается использовать как инструмент давления на Россию. Запретили въезд кошкам нашим. Видимо, они как-то не так звуки издают. Но нас не испугать, нас не сломить. Наш народ всегда стоял на страже справедливости. Мы не допустим возрождения нацизма, бандеровщины, расизма. Наша страна не предаст свои идеалы, свои принципы, не предаст нашей истории, и мы не предадим нашей истории. Сегодня праздник, но одновременно наши войска выполняют боевые задачи в ходе специальной операции на Украине. Они защищают жителей Донбасса, защищают нас с вами. Мы поддерживаем нашу армию, поддерживаем нашего президента. Мы не дадим возродиться ни на Украине, ни в Америке, ни в Европе нацистам. И место на свалке истории. Бандеровцам место на свалке истории. Расизму место на свалке истории. Мы едины. Мы сильны духом. Победа будет за нами. С праздником, товарищи! С днем Крымской весны! Ура! Спасибо, Валентин Олегович.